Здравствуйте, друзья! Сегодня хотел сделать гайдик по SAS G12. Мне очень нравится этот дробовик, и если кто-то им не пользовался, советую. Так вот, в чем преимущество данного дробовика? Во-первых, он автоматический, и у него хорошая идет перезарядка. Плюс, если у вас стоит талант, что 50% возврат пули назад, да, там шанс, то вероятность того, что вернется к вам данная пуля, где-то процентов 90. И вы можете, грубо говоря, стрелять очень долго, не перезаряжаясь абсолютно. Так вот, вылетает всего из выстрела 8 пулек. При моем текущем крите и вообще всех-всех-всех возможностях под импульсом пулька в крите дает 85 тысяч урона, без крита где-то 36 тысяч урона. Так вот, если это при условии, что вот стоит данная модификация, да, то есть шанс критического попадания плюс урон от оружия 13,5%. Вот, то есть 8 пулек, ну, крит, понятно, не пройдет весь, где-то, значит, 320, 300, 330 где-то тысяч у нас два крита. Нет, я неправильно сказал. Ну да, где-то 330 тысяч у нас, если проходит 4 пули по криту. И где-то 120 тысяч, если обычный урон, да, это под импульсом. То тогда у нас получается под 500 тысяч урона за один выстрел. Это... если учесть, что из дробаша можно стрелять вот так. То сами понимаете, да? Вы можете нанести где-то 1,5 миллиона урона в течение, наверное, секунды. Вот, но опять же, дробовик у меня, соответственно, вот с такими талантами стоит. Он мне выпал, честно вам скажу. Но выпал очень крутой, потому что... Я вам покажу. У меня при расстоянии менее 10 метров 13,5% возрастает. Плюс у меня стоит 13,5% обойма. Плюс выстрел в голову 24,5%. И убийство противника увеличивает запас здоровья. Ну, ерунда, конечно, но неплохой. Так вот, плюс еще у меня нету прицела для дробаша. Я думаю, там какой-нибудь, например, от выстрела в голову опять же есть, да, процентов там, грубо говоря, сколько у меня на калаше. Вот, например, да, 22%, грубо говоря, в районе 20%, то у вас может пулька давать, ну, наверное, сотку, да, по дымке. Вот я вам еще раз покажу. Вот даю импульс. То есть в среднем где-то 3 крита и 5 обычных. А пулька, видите, постоянно возвращается. То есть можно стрелять достаточно долго. Вот, вы видите, 85 тысяч. Так вот, данное оружие абсолютно ближнего боя. Не знаю, как оно будет себя действовать в ПВП. Но думаю, в ближней дистанции по броне даже достаточно неплохо будет снимать. Вот, но... Мне все-таки кажется, будет проигрывать тому же ППшкам обычным, да, то есть я имею в виду вектором, вот, или АУГам, они будут проигрывать, вот. Но по ПВЕ, я думаю, побегать можно. Еще раз повторяю, данное оружие 202 уровня, характеристики просто идеальные, я считаю, да, то есть 2 из 3. Вот. Плюс, если вы поставите модификацию, то средний урон под импульсом, я подчеркну вам, под импульсом, будет у вас в районе 500 тысяч за выстрел. То есть, 7 выстрелов можно посчитать. Вот 7 выстрелов я сделал секунд за 5. Вот за 5 секунд вы можете нанести в идеале, опять же, где-то, ну, 3 ляма урона, это точно. Так что данное оружие очень неплохо. Советую вам
в запасе его точно иметь. Может быть, даже в ПВП. В ПВП редко встречал оружие. Помню, против меня один был с дробашом, там был такой медленный дробовик, и человек упал достаточно быстро. Вот. Но данное оружие, если, например, из-под тишка рогом действовать, то двух человек можно достаточно быстро завалить, я думаю, они даже не успеют воспользоваться броней. В общем, вот такое у меня мнение о данном оружии. Советую тем, кто не пользовался, в ПВП попробовать. Просто, чтобы у вас было оно, очень неплохое оружие. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставим пальцы вверх. Пока-пока.